Несмотря на то, что Константин Яковлев до последнего времени жил и работал в Казани, в нашей республике он хорошо известен. У него много друзей и партнеров в культурном сообществе. Кроме того, Константин Геннадьевич уже не первый год является вице-президентом Чувашского национального конгресса. За что бы он ни взялся, всегда сделает честью достойно на высоком уровне. Он работает, много работы ведет в Татарстане, прежде всего. Он является там председателем Чувашской национальной культурной автономии более 10 лет. Уже имеет очень богатый опыт работы в развитии межнациональных культурных отношений. 10 лет он уже руководил проведением всечувашского праздника УЯВ. Там и наш глава республики Михаил Васильевич был, и председатель Государственного совета Юрий Алексеевич Попов были совместно с главами, значит, Татарстана, председатель кабинета министров. У него очень хороший организатор способностей. Я считаю, что это хорошая находка. Я уверен, что он будет хорошим модератором или, как скажем, организатором вот как раз в Министерстве культуры и развития межнациональных отношений.